Жильцы нескольких многоэтажек в микрорайоне Жанаурда вышли, чтобы отвоевать свою территорию. Как выяснилось, на месте, где ранее была парковка, началось строительство еще одной многоэтажки. В сложившейся проблеме разбирались наши корреспонденты. О строительстве девятиэтажного двухподъездного дома жильцы дома номер 3 микрорайона Жанаурда узнали совсем недавно. Хотя еще в прошлом году представители подрядной организации приходили и уверяли их, что на месте их просторной парковки, которая рассчитана на несколько домов, будет организована спортивная площадка. А на днях приехала техника и начала готовить основания для новой застройки. В вырытых ямах резвятся дети, а взрослым остается только караулить их, потому как специальных защитных ограждений здесь не установили. Знали об этом? И нас не предупреждали, пришли экскаваторы и начали рыть эту территорию. В итоге мы потеряли сейчас дорогу, мы потеряли большой огромный участок, потеряли, где стояли наши машины. Теперь у нас нет ни дороги, нет негде ставить машины. Мы все возмущены этим до предела. У нас просто мы третий день вот буквально вот волнуемся и ходим и собираем собрание. Несмотря на негодование жильцов, в акимате города заявили, что строительство многоэтажки было запланировано давно и на него имеется разрешение. Заказчиком выступает СПК «Акжаик». По их заявлению, был предоставлен земельный участок, который, по словам представителя акимата, не был благоустроен под парковочные места. Ими разработан был рабочий проект, который прошел государственную экспертизу. И после получения государственной экспертизы все положительные согласования. Сейчас на участке коммунальные службы уже приступили к переносу инженерных сетей. Затем начнется возведение фундамента. Необходимо отметить, что акимат предоставил данный земельный участок в аренду заказчику сроком на 7 лет. Сети уже изношены, и даже хорошо, что перенесли параллельно переносятся данные инженерные коммуникации. Все разрешительные документы уже получены. Планируется в скором времени начать строительство. В данном случае земельный участок строительства будет проводиться в рамках отведенного земельного участка. Отсутствие парковки, спортивной площадки для местных жителей сейчас это первоочередная проблема, решение которой они не намерены оставлять на самотек. Занял такую нашу территорию огромную, а ведь мы могли здесь детские площадки сделать, игровые площадки сделать. Юлия Мутылова, Айбек Сагангалиев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.